Всем привет, дорогие зрители, вы на канале Maximum Rage, с вами Толик, мы продолжаем проходить игру под названием The Elder Scrolls 5 Skyrim. Продолжаем игру с последнего сохранения, У меня 14 уровень, почти 15, ух, хорошо-то как, идем. И я состою в братстве, в темном братстве, это гильдия убийц, ассасинов. Так, а я... Я уже и забыл, на чем я закончил. Оказывается, вот оно что. Я здесь убивал вот этого вот подонка. Это, кстати, задача не из легких. Ну что, будем пытаться его настреливать сзади, так в жопу. Не, чувак, привет. Он, конечно, сюда идет, но он идет так медленно, как будто он никуда не спешит, и на него никто не хочет покушаться. Так, вот он ничего не понял, возвращается назад. И успокаивается. Все, он успокоился, как бы, и тут ему хоп, так еще раз. Зовут его Квенел Язык. Боже, что это за имя? Так, скрытая атака, трехкратный урон. Замечательно. Отличная новость. Так, пока он там. Ой, вот это я промазал. Он побежал прям туда, и это хорошо. Лови, придурок. Отлично, еще один хороший. Хороший выстрел. Он опять бегит проверить, что за фигня. Ну, он тупой, не догадывается. Подойти ближе. Так, надеюсь, он сейчас не смотрит на меня. Так, не, он там до сих пор бродит. Черт. Не могу выстрелить, но сейчас он успокоится и пойдет на свое место. Этим временем сохранюсь по-быстрому. Это дело нужное. Вот. Полетела ему стрела на выпережение. Четко попасть по нему. Так опять он же там что бродит. Бро, я здесь. Как-то он не реагирует на мои атаки. Ой. О, что за? Валим отсюда, во боже, я чуть не обосрался. Я не понял, что это было? А, он бегит сюда. Катимся отсюда. О, чё это вообще было? Какого фига? Он взял, прям появился передо мной. А, и не увидел главное. Вот что значит качать навык скрытость надо. Тебя даже не видят. Впритык. Может, это был какой-то баг или непонятно какое-то обстоятельство. Но это было стрёмно. Сейчас внесем по нему пару выстрелов. Он нас при этом не заметил даже. Была бы у меня ускоренная стрельба, я, по-моему, внес бы, наверное, 3 выстрела перед тем, как он до меня добегит и скрыться. Ну там нужно аж параметр 70, по-моему. А у меня только параметры стрельбы. Так. 39. Мне хоть бы 40 получить. Ну, зато скрытность уже скоро будет 70. Там уже 64 почти. Так, он что-то не обратил на меня внимания. Опять пошел по своим делам. Сейчас мы ему пару стрел тогда... Ой-ой-ой. Куда он побежал? Опять наверх. Может, он как-то спрыгнул вниз? Наверное, скорее всего, он обошел... Спрыгнул вниз. Да-да-да. Вот что творит пацан. Надо валить. О боже. Твою ты мать, а. Ну здесь где-то еще будут вылазить, если я помню. Ой, уже вижу. Чью-то тень или это я? Нет, это не я. А вот как раз и его невеста. Боже. Не пожелаешь. Так, надо сваливать надо. Я прям у них под носом. Надо постараться было не задеть ту вазу, и я успешно от них свалил. Так, ну я не знаю, сколько у нее здоровья. Может, я ее так долго буду гасить? Да, я ее буду долго гасить. У меня заканчиваются... А, нет, не заканчиваются стрелы. У меня почти уровень. Ну что за несправедливость? Я так смотрю, легче загасить сначала самого призрака, чем ее. Потому что ее начинать гасить надо там. А у него уже... Не очень много здоровья.
Так. Попадаем мы еще и к критическим. Эй! Опять он побежал, куда попало. Вот придурок-то, а? Он надоел вообще-то. Мне сейчас опять придется прятаться непонятно где от них. Вот тут, допустим. В надежде, что они меня не найдут и не сожрут. Со всеми потрохами. Дамочка. Не, по-моему, стрелять не буду. Вот мне вот этого вот дебила надо убить. Ну, стрёмно к нему еще подходить с кинжалом. Пытаться что-то сделать. Меня она обнаружит. Так, так что убиваем его. Ой. Что это было? Почему я промазал? Вот, все, мы его убили. Отлично. Задание выполнено. А какое задание? Я так и не понял. Что там в нем было? Так, молчание языков. В Волондруде мне удалось победить древнего Драугра по имени Квенел. И все, как бы это все задание, да? Странно. А смысл в чем? Смысл в том, чтобы не умереть? Или умереть от его тёлки? Которая совсем уж не молодая. Ладно, вносим тогда по ней урон и сваливаем. Два прямых попадания. Одно скрыто, а другое нет. Так, она вроде ничего не обнаружила. Поиски ее оказались тщетны. Тщетны. И сейчас мы... А! Черт, промазал. Да блин! То она идет, то она останавливается. Не понимаешь, куда стрелять, на выпряжение или нет. Эй, ты! Старая мудачка. Куда ты делась, родная моя? Сейчас сохранимся. Потому что сохранение — это очень полезная вещь. А, ну вон ты где стоишь. Ты что там забыла? Вот, в плечо я и отсюда попал. Ой-ой-ой-ой-ой, она прям сюда бежала. И до сих пор бегит. А, все, уже нет. Половину жизни я уже снял. Фух. Да, конечно, лук у меня не суперский, но других у меня нету пока что. Игру я начал недавно. И пока что не раздобыл сильных таких вот вещей. Так, стрельба повышается до 40. Новый уровень. Эй, в чем я застрял? Я в чем-то застрял. Боже. А, не подходи. А, все, все, я отострял. Вы представляете, я застрял так адски. Ладно. На тебя, дурочка. Навык одноручного оружия повышается. Я сейчас ее еще буду так вот стоять, долбить. Долбить, 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 долбить. Куда текаешь? Стой! 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 Все, пока. Конечно, я хотел просто подойти ее по красоте убить, при этом застрял в каких-то текстурах непонятных. Это было опасно. Так. Ну, я получил уровень, потому что я прокачал все скиллы. Так, давайте возьмем запас сил еще раз. Потом уже здоровье. Так, отлично. Стрельба с 40 уровня. Можно повысить урон от стрел. А можно сделать так, чтобы при прицеливании понижалось время. Останавливать. Ну, понижалось там на 25%. Но я, конечно же, выберу сначала урон. Потому что это главное. Я думаю. Прицелюсь я и без всего того бреда, который мне там предлагают. Замедление разное. О! Все, я заслужил сесть на трон после такого вот адского приключения. Картина маслом. Главное, что со мной рядом сундук огромный. Так, ну все. Хватит, хватит расслабляться. Нас ждут приключения. Ух ты, путеводная звезда. Странно, я не знал, что она здесь. Вообще она там... Если я помню, я играл раньше, она была в другом месте. А почему мне квест не дали? Так, ладно, золото, микстура. Книга, кольцо, жерелье. Ой, зачем я стальную броньку взял? Так, зачарованные эти и посох. Новая рука коснулась знака. А-а-а. Нужно было подождать.
Точнее, выйти из сундука. Нечистая тень проникла в мой храм. Тьма, которую ты уничтожишь. Да ладно. Возврати мою путеводную звезду на гору Килкли. И я сделаю тебя чашей, несущей мой очищающий свет. Так, ну на самом деле дали мне квест. Карта обновилась. И я помню, что в этом квесте в конце дается там неплохой одноручный клинок. Такой свет из чистого света. Так, вот слово силы еще одно здесь можно изучить. Жизнь, шепот ауры. Так, магия, крики. Бесплотность у меня есть, я его изучал там давно. Так, смертный приговор это я изучал в братстве, в темном. Это понижает защиту. Ваш голос не крик, но шепот, показывающий вам жизненные токи всех и каждого. Не знаю, зачем это. Это что ли разведка какая-то? У меня есть одна душа дракона, я убил его. Там был один боёк неплохой. Такой рандомный. Вот, безжалостная сила. Я изучил ее у седобородых, она полностью уже вся изучена. Это отличный, отличный голос, крик. Я не знаю. Пока я оставлю все так, как есть. У меня один всего лишь одна душа есть, которую можно потратить. Ой, меня обнаружили. Ой-ой-ой, братюнь. Куда же ты побежал? Эй, я тут. Ой, я думал, я промазал, но я все-таки его убил. Я ему как-то в спину, наверное, попал сзади. Вот он скатился, бедняга. О, у него стрелы были. Нордские вот эти вот древние. Которых у меня уже 60. Это, конечно, мало. Но что поделаешь. Так, что здесь есть? Книжка какая-то. Кинжал драконьего жреца. Эльфийский шлем. Бла-бла-бла. Один бред, короче. Ой. А, фу, я испугался. Так, 11 золота всего лишь. Это очень мало. Зачем ложить так мало? Золото, вот никчемный сундук. Еще нету никакого хода тайного, в котором есть какие-нибудь сокровища. Приходится спрыгивать вниз и просто уходить отсюда. Делать здесь уже попусту нечего. Полностью подземелье или данжик я зачистил. И получил уровень. За то, что прокачал 3 скилла. Или больше, по-моему. Наверное, больше. Ну, там была стрельба, скрытность и одноручное оружие. Вообще, сколько у меня веса? У меня уже вес, кстати говоря, уже почти достиг максимального количества. Поэтому нужно бежать к торговцам в городе и сбывать товар весь. И при том, когда ты продаешь вещи, предметы и прочее у торговцев, ты качаешь себе навык красноречия. При этом тоже повышается уровень и там... Возрастая чуть-чуть цены, открываются новые скиллы. Так, что у нас здесь? Вороны летают. Начался снег. Здесь такая снежная более... погода. Вообще так. В этой зоне снега. В других что-то другое. Тут даже есть зона, где осень. Вот тут осень постоянно. И здесь тоже. Здесь вообще там болото, там... Такие вот сухие территории. Разнообразие, конечно, есть. Так, смотрим. Здесь у нас... Нет, это я не буду делать. Вот это я, наверное, сделаю чуть попозже. О, могу вот чудо природы квест выполнить все-таки. Отнести крапивник. Я как раз туда буду идти. Вот сюда, White Run. И закончу этот квест. Суть квеста состоит в том, что вот я сейчас вам покажу, в городе стоит дерево, такое, которое увядает, завяло, все такое. И мне жрица просит помочь ей в этом. Дальше сейчас вы разберетесь.